Всем привет, я очень рада, что вы зашли на мой канал и сейчас смотрите это видео. Последний раз Ask Emerson выходил на моем канале аж 3 месяца назад, и у вас скопилось достаточно много вопросов. Если вы тоже хотите попасть в следующий выпуск Ask Emerson, то переходите по ссылочкам в описании в группу на стену. Я всегда пишу посты о том, что буду снимать. И простите, пожалуйста, что на моем канале достаточно давно не было видео. Екатерина Пушина спрашивает: Ask Emerson, что бы ты сделала, если бы в мире ты осталась одна? Передай привет. Передаю привет Екатерине Пушиной. Я бы, наверное, радовалась, вот. Хотя, наверное, я бы все-таки померла со скуки и повесилась бы сама. И в мире бы не осталось никого, были бы динозавры или нет. Лилия Галимова спрашивает: Ask Emerson, какие экзамены будешь сдавать? Какой урок самый нелюбимый? В этом году мне предстоит сдавать 4 экзамена, но это пока что. Я выбрала обществознание и географию. И, конечно же, обязательно это русский и математика. Самый нелюбимый — это все. Я ничего не люблю, мне ничего не нравится, школа, отстой, все, да. Я надеюсь, никто из учителей не смотрит меня. Пожалуйста. Спасибо. Следующий вопрос спрашивает Настя Топтыгина. Ask Emerson, какой самый безбашенный поступок в твоей жизни? Передай привет. Передаю привет Насте Топтыгиной. Есть несколько поступков самых безбашенных, которые я считаю за вот прожитый промежуток жизни. Это то, как мы подожгли моих соседей с моей подругой, и то, как я села на мотоцикл. Да. Следующий вопрос задает Оля Мурущак. Ask Emerson, покажи самую любимую кофточку. Это даже не вопрос, скорее, а просьба, и эта кофта сейчас находится на мне, она стала одной из моих любимых. И также у меня есть еще одна любимая кофта, то есть я не могу выбрать между этими двумя, и вот фоточка с ней. Карина Рауф спрашивает: Ask Emerson, за кого ты была на Версусе, Оксимирон или Гнойный? Как ты относишься к каждому из них? Я считаю, что Версус — это полный бред, что кто это придумал, вообще какой-то дебил по жизни. Честно, мне это не интересно, я это не смотрела, и все. Я плохо к этому отношусь. Катерина Лис спрашивает: Ask Emerson, когда собираешься выйти замуж? Импровизация, импровизация. Че ответить? Помоги, ну пожалуйста, не уходи. Я не Ask Emerson. Да хоть завтра. Ну, хотя нет, это шутка, поэтому так. 25, 26, может 23. Может, я вообще пожизненно ни за кого не выйду замуж и буду жить с котиками и собачками. Аня Вишневская спрашивает: с кем чаще всего ты гуляешь? Чаще всего я гуляю с ААА. Вот мне интересно, вот на протяжении 3 месяцев неужели никто не додумался спросить, кто такой ААА? Серьезно. Хотя в комментариях уже ссылку на твою страницу ВК кидали. Ну да ладно, неважно. Кто-то догадался, но не все же читают комментарии. Не чаще всего, а каждый день, прям вот с самого утра до школы, после школы, вечером, летом и ночью было, в общем, да. Анастасия Пожидаева спрашивает: чем занимаешься помимо Ютуба? Я увлекаюсь фотографиями, то есть мне нравится фотографировать, мне нравится фотошопить. У меня есть даже своя группа о помощи блогерам, то есть начинающим, там, как и идеи для видео, так и оформление каналов. Ссылочку я оставлю в описании. Следующий вопрос задает Яна Борисова. Ask Emerson, было ли такое, что ты когда-то попадала в полицию или что-то похожее? За что? Нет, я никогда не попадала в полицию, но связывалась с этим. Если вам интересно, то я могу рассказать подробно. Но я не знаю, сколько нужно набрать лайков, но я вряд ли это расскажу, потому что, блин, это... Ну, типа, может, это видео посмотрит какой-нибудь полицейский с нашего города и такой: ясно, кто это был. Смотри, сколько вопросов задал один человек. Я не буду на них все отвечать. Очень много вопросов задала Ульяна Лущик. Вроде правильно прочитала. Я выберу лишь несколько, потому что вот это вот все я не смогу тупо ответить, это будет слишком долго. Ходила ли ты на кружки? Если да, то какие? Раньше я ходила на легкую атлетику и на теннис. В принципе, это все, больше я никуда не ходила. Любимая социальная сеть? Конечно же, ВК. Без ВК бы я не узнала о Ютубе, я бы не узнала в Инстаграме, я бы не узнала вообще о многих других соцсетях. Также она просит передать привет. И передаю привет Ульяне Лущик. Вроде правильно, я надеюсь на это. Если нет, то напиши мне ВК, я могу перезаписать. И последний вопрос. Правда, я обещала не брать вопросы, где нету хэштега Ask Emerson, но многие его спрашивали раньше. Я не буду брать вопросы, которые были заданы 6 месяцев назад, 5. Я отвечу так. Лиза Дорофеева спрашивала: у тебя есть парень? Если вы следите за моей страницей ВК, за моим инстаграмом, то, я думаю, любой человек уже догадался, что да, у меня есть парень. Посмотрите, боже, фотки, серьезно?
Ну а на этом все вопросы закончились. Я надеюсь, я на многое ответила. И надеюсь, вам понравилось это видео. И у меня уже садится камера, точнее, не моя камера, я ее одолжила, ибо моя камера там, объектив уже просто в попу ушел. Вот. Я думаю, многие заметили по качеству, ну, типа, оно лучше, да? Ну а на этом все. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Я всех очень люблю и уважаю. И всем пока-пока!